Где? Да сквозь текстуры пролетел. А здесь красиво. Просто в какую точку изначально идти? Добро пожаловать на станцию Амида. Беги, если тебя заденет, все пропало. Не заденет. Да что ты говоришь, блин, не заденет. Отлично. Кому ты врешь? Обнаружено нарушение протокола. Осталось совсем чуть-чуть. Не заденет, блин. Спасибо, я уже тут. Я, конечно, долго там застрял, но все-таки побыстрее немного. Еще скажи линейный, да? Не долетел! Ты хочешь сказать, кастомизация катана мне поможет в прохождении лазеров? Давай. Это работает, не знаю, чертова кастомизация. Как же глупо. О! Каждый из них мог внести свой вклад в будущее башни. Я в текстуру зашел. Стать полезным инструментом для исправления ошибок человечества. Я в текстуру забрался. Инструментом. Все мои инструменты, служащие кому-то выше нас. Своим лидером, идеалом, порой даже собственным амбициям. О, вот это место я знаю. Тут я видел прикол, я хочу его попробовать тоже сделать. Не вышло. А, он только когда сверху, что ли, может... Это неинтересно. Попробовать хочу. Нифига. Лягушка. А тут так же, как во второй, можно делать. Да? Да? Да, можно. Офигеть. Получилось, офигеть. Прикол.
Какое удобное место. Я пройду. Спасибо. Отличный чекпоинт, ребята. Нетру пожил. Умри, мерзость. Я должен типа вот с этой, да, спрыгнуть. А я не хочу так прыгать. Я хочу по-идиотскому. Какую-нибудь ровную бы поверхность, вот типа вот этой. Провалился! Should I go back? What do you think? Unless you're planning to smash your head through the gate, we can't really do anything to open it. Report to HQ. We need to discuss this. Смотри, сейчас мы прям вот сейчас мы будем изобретать новый скип. Если... Не будет лишних обрывов вот таких вот. Блин, надо что-то ровное. Я хочу забрать, типа мне найти чисто ровную поверхность, как вот это. Я заберусь, ну вот эту. Опа. Она прозрачная. Где я? Где я? Так. Пнул, ха. Так теперь мне надо выше, да? Так. Если эта стена физичная, это наш ключ к успеху. Если она не физичная, это ключ к ГГшке. Папа, ключ ГГшки. Як. Сделай. Опа. Опа. Так. Так, так, так. Это уже интереснее. Прямо на сусть. Так. Понаставят своих порталов и лазеров, блин. Мне надо забраться вот всего лишь вот сюда. Ну, я так предполагаю. У нас единственное
вот этот вот выступ, блин, вот. Не делали бы они бы его. Такой хороший бы подъем был. Подъем обвалился. Я и спустился еще ниже. Да вообще. И вон спуска мне ходить начал уже. Блин, вот перекладина дурацкая. Здесь мне она. Разбег вправо-влево хорошо бы шел. Вот тут вот стена где-то вот, вот где-то вот на вот этом месте она становится не физичная. И это доставляет очень много проблем. Где она становится не физичной? Она везде физичная, меня обманули. Тогда почему он тогда свалился? Схватись за стену, дебил! Если я не провалюсь, потому что я как бы, ну, левитирую, да? Смотри. Вот тут по прямой забираемся наверх и на Wings Beauty попадаем сюда. Оба! Прошел, жалко, сохранения не будет. У нас даже текстуры здесь не прогружены. План сработал наполовину. В остальном меня обманули. Сломал игру. Вообще. Вот тут я, по идее, должен вверх взлетать, как бы. Взлетать вверх, да? Понятно, блин, не дадут. Разработчики, фу. Портал? 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 Портал. А как я в него должен зайти? Скажу так, логика вот конкретно этого места я не могу понять. Я пытаюсь. Я должен попасть как-то туда. Но у меня нет никакого крюка, чтобы туда попасть. Типа... Я же правильно понял, я оттуда попадаю вот сюда и иду их мочить. Ладно. Пройдем по отсутствием логики. Опа, Винксьют! Отсутствие логики помогает. Хил! Ха! Подождем, пока перезарядится. Вот, ну так игра точно не должна проходить. Ну вот ты же видишь, как я играю, но она не должна так проходиться. Да, она иногда так и не проходится, но это не так задумано по-любому. Но это слишком странно. Да ну. Оно не должно так проходиться. Ну,
Есть одна проблемка. Там не было выхода. Я успел это заметить. Значит, выход где-то в другом месте. Это еще более странно. Это вообще с этот брейкдаун стартует, смотри-ка. Гад. Еще лучше меня танцует. С при этом поломанными ногами, я скажу, я ему и сам поломал. У меня нет пока других предположений. Я даже через текстуры летаю, типа... Типа сквозь железные прутья. Это точно не так задумано. Так, у нас один вот тут, да? На тебе. Где я? Опа, я тут еще. Смотри, он просто отключил лазер. Вот, вот я же забирался почти сюда. Смотри, я же говорю, это скип должен был быть. Классно, я застрял. Умри. И сейчас лазер в конце так. Понимаешь, тут финал такой, и сразу оба умирают. Секретная концовка.